Копия картины «Подсолнухи» Ван Гога. Третий вариант из орлеанской серии «Подсолнухи». Всего написано 11 вариаций Ван Гогом. Оригинал данной копии находится в Мюнхене. С чего начали работу? Прежде всего, необходимо было подобрать правильно холст. Текстура холста играет важную роль, в частности, в работах Ван Гога, поскольку прописки и чистый холст остаются у него до конца живописи. Что я сделал дальше? Это нанесение, подмалевка жидкими красками, где-то оставался холст. Вот это первоначальный этап, с которого я начал. Далее нанесение рисунка. Я уже неоднократно говорил, что характерно для Ван Гога, вот мы говорим о 11 натюрмортах Ван Гога, они различны по цвету, они различны по рисунку, но есть главное, что их объединяет, это сама техника. Прежде всего, это многослойная живопись. От тонких подмалевках, до чистого холста, средних и порой сильно пастозных мазков. Дальше этап у нас идет – это нанесение мазков. Самое главное условие – сохранить эту многослойную живопись. Сохранить. Если этого не сделать, живопись просто поблекнет, будет выглядеть клеенкой. Не будет воздуха, не будет пространства, не будет объема, не будет этого волшебного оптического эффекта. Перед нами уже работа готова. Прошло, наверное, более 2 месяцев. Хочется сказать несколько слов о цвете. Ван Гог любил желтый цвет, и во многих работах мы встречаем эти желтые огненные оттенки. Так вот, не исключением явились «Подсолнухи». Кстати, надо сказать, что картины «Подсолнухи» стали визитной карточкой. Написание цветов вместили в себя все оттенки желтых, охристых, оранжевых тонов. Но пишутся они очень сложно, через серые, зеленые, коричневые. Плюс сюда добавляется фактура, словно скульптор лепил из пластилина эти цветы. Все добавляет сложности и многообразия картине.